Меня зовут Михаил, и я пазломан. Привет, дорогой друг! Приветствую тебя на первом выпуске канала, который полностью посвящен пазлам. Да-да, именно пазлам. Хобби, которое собирает нас теплыми вечерами дома за чашечкой чая и просмотром приятного телесериала. Когда я впервые услышал об этом движении, я тоже думал, что меня разыгрывают. Но поверь, это намного серьезнее. Идея создания канала о пазлах витала в моей голове очень давно. Последней каплей стала новогодняя ночь, когда шестеро моих друзей на протяжении нескольких часов задавали мне вопросы о картоне, о чемпионатах, о городах, о странах, где проводятся данные турниры. По дороге домой в такси я принял окончательное решение, что наше хобби достойно того, чтобы о нем знало как можно больше людей. Для начала расскажем о нас. Мы – Мария, Михаил и Надежда. Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск. Юрист, видеооператор, менеджер салона ритуальных товаров. Нет, не шутка. Несмотря на то, что мы такие разные, мы все болеем одной болезнью – картоном. И теперь мы хотим рассказать о нашем хобби. Наша цель – рассказать тебе, дорогой друг, что ты не одинок в своем увлечении и что тысячи людей занимаются сборкой пазлов и не стесняются в этом признаться. Мы хотим тебе показать то, что пазлы – это не хобби социофобов. Знал бы ты, сколько раз мы это слышали. Мы расскажем тебе истории тысяч людей, которые тратят время и силы для того, чтобы ездить на чемпионаты. Мы постараемся как можно глубже окунуть тебя во внутреннюю кухню пазл-движений и рассказать, как она работает. Мы покажем тебе пазлы с новой стороны. Каждый из нас, дорогой зритель, хоть раз насобирал пазлы в детстве со второй половинкой или со своими детьми. И множество людей представить себе не могут, что картон – это не просто хобби. Для многих это неотъемлемая часть жизни. Уже сейчас пазлы объединяют тысячи людей по всему миру. Люди с разных континентов пересылают друг другу редкие экземпляры, обмениваются новостями и с удовольствием ездят друг к другу в гости. И мы хотим, чтобы на чемпионатах с каждым разом собиралось все больше и больше людей. Мы такие разные. Некоторым нравится собирать малявок, а другие годами собирают одного гиганта. Кто-то любит несобирайки и небо, а кто-то моментально находит место любого кусочка по картинке на коробке. Кому-то тигров подавай, а кому-то черный квадрат Малевича. Но каждый из нас одинаково сильно любит пазлы. Мы хотим сделать наши видео интересными для всех. И для тех, кто лишь изредка собирает пазлы, и для тех, кто занимается этим каждый день. Мы постараемся сделать так, чтобы тебе было интересно наше видео. Ждем от тебя идей, предложений, комментариев и конструктивной критики. До новых встреч, друзья! О людях, о движении, о соревнованиях и тактике, о чемпионатах и о рекордах, обо всем. О пазлах.